Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую, но очень красивую русалочку. Вот посмотрите, как она красиво смотрится, какая у нее прическа, такие локоны. Вот такой хвост с плавничками. по размерам русалочка получается большая. Вот если так замерять, то ну, сантиметров 25-26 вместе вот с плавничками. И вот такую красивую русалочку сегодня мы с вами будем вязать. Еще раз так покажу вам ее прическу. Для русалочки я буду использовать пряжу джинс Ярнард и Ализе Катон Голд. Ализе Катон Голд это вот зеленый для хвоста. Еще один тоже для хвостика зеленый джинс Ярнард. Основа для тела сиреневый для купальника и оранжевый для волос вот в 50 граммах 160 метров. И крючком буду вязать 2 миллиметра свяжем ручки, берем цвет тела, делаем кольцо. И в это кольцо вязываем 5 столбиков: 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем, и так в первом ряду у нас 5 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Один и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 и 10. Во втором ряду 10 столбиков. Теперь с 3 по 21 ряд провязываем по 10 столбиков. Вот я вам покажу уже готовую ручку. И по мере того, как вяжем ручку, наполняем вот только нижнюю часть наполнителем. Вся остальная ручка остается пустой, не наполненной. И вот получается вот такие ручки. Я сейчас просчитаю, чтобы было понятно. Вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцать и двадцать первый ряд. Ниточки оставляем не длинные, так как ручки мы будем вязывать и зеленой пряжей начинаем вязать хвостик делаем кольцо и в это колечко ввязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 и колечко затягиваем первом ряду у нас 6 столбиков вяжем второй ряд во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 переходим на третий ряд в третьем ряду вяжем один столбик в следующей прибавка. Это один раз. Снова повторяем. Один столбик в следующей прибавка. Это два. И один столбик прибавка 3 и так в третьем ряду 9 столбиков в четвертом ряду снова вяжем 9 столбиков 1 2 3 4 5 6 Семь, восемь, девять. Пятый ряд вяжем два столбика, один, два, следующий прибавка. И так повторяем до конца ряда. Всего будет таких три повторения. Один столбик, второй столбик и прибавка. Второй раз. И один столбик, второй столбик и третий столбик. В третий прибавка. И в пятом ряду двенадцать столбиков. С шестого по седьмой ряд вяжем двенадцать столбиков вот шестой и седьмой ряды провязали по 12 столбиков теперь вяжем восьмой ряд В восьмом ряду провязываем 3 столбика 1 2 3 и а после трех столбиков прибавка снова повторяем 1 2 3 Три и прибавка. И третий раз один, два, три и прибавка. В конце восьмого ряда пятнадцать столбиков. С девятого по десятый ряд вяжем по пятнадцать столбиков. 9 и 10 ряды по 15 столбиков теперь 11 ряд вяжем 4 столбика 1 2 3 4 их после четвертого столбика прибавка снова таких повторений будет 3 1 Два, три, четыре, прибавка. Один, два, три, четыре, прибавка. В конце одиннадцатого ряда восемнадцать столбиков. Двенадцатые и тринадцатые ряды вяжем по восемнадцать столбиков.

и так вяжем до конца ряда всего таких три повторения. Один столбик, два, три, четыре, пять, прибавка и один, два, три, четыре, пять прибавка в конце 14 ряда 21 столбик 15 и 16 ряды вяжем по двадцать одному столбику 15 и 16 ряд теперь 17 ряд в семнадцатом ряду вяжем 6 столбиков 1 2 3 4, 5, 6 и после 6 столбиков прибавка. И так повторяем три раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Снова

7 столбиков 1 2 3 4 5 6 и 7 после 7 столбика прибавка снова так повторяем три раза 1 2 3 четыре, пять, шесть, семь, прибавка и третий раз. один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и прибавка.

Снова так повторяем три раза. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и прибавка. И еще один раз. Один, два, три.

10 и после 10 столбиков прибавка снова так повторяем три раза 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и прибавка и третий раз

вяжем по 36 столбиков 30 31 32 и 33 ряды теперь можно немного наполнить вот игрушку наполнителем для того чтобы было удобно наполнять вот самый кончик игрушки самый хвостик и переходим на 34 ряд в 34 ряду будут уже убавки провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и после 4 столбика убавка. Снова повторяем 1 2 3 4 убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего, всего будет таких 6 повторений. И в конце 34 ряда 30 столбиков. 35 ряд тоже провязываем по 30 столбиков. И так довязываем вот по кругу до маркера. И теперь вот отрезаем зеленую ниточку и переходим на цвет тела. И в этом ряду в 36 провязываем только вот за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду. Вот задняя стенка. Из-за нее провязываем 30 вот так столбиков. Вот эти два хвостика связываем на два узелка и продолжаем вязать до конца тридцать шестой ряд. Теперь вяжем тридцать седьмой ряд вяжем 3 столбика 1 2 3 оденем маркер и убавка и так повторяем до конца ряда всего таких будет 6 повторений еще раз показываю один столбик второй 3 и убавка

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И теперь четыре раза повторяем прибавка. Один столбик. Это один раз. Снова прибавка. Один столбик. Второй раз. Прибавка. Один столбик. Третий раз. И прибавка. Один столбик четвертый раз и далее довязываем 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 и 7 эти два хвостика завязываем на 2 узелка.

Восемь, девять. И снова повторяем комбинацию только уже с убавками. Вяжем одна убавка, один столбик. То один раз убавка и один столбик. Второй раз убавка один столбик третий раз и убавка один столбик четвертый раз и довязываем 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 и 7 и здесь тоже ниточку отрезаем и будем переходить на цвет тела. И снова переходим на цвет тела. И это сорок седьмой ряд. Присоединяем. Эти два хвостика связываем на два узелка и продолжаем вязать двадцать четыре столбика. Довязываем их так по кругу. И теперь в сорок восьмом ряду ввязываем ручки. Три столбика. Один, два, три. Теперь берем одну ручку. Прикладываем и провязываем пять столбиков вместе с ручкой. Один столбик, второй столбик. Третий, четвертый и пятый. Вот, привязали одну ручку теперь 8 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 и 8. так и берем вторую ручку. И вяжем вместе с ручкой 5 столбиков 1 2 3. 4 и 5. И довязываем до конца 3 столбика. 1, 2, 3. Всего 24 столбика. Теперь вяжем 49 ряд вяжем 2 столбика 1 2 оденем маркер и после двух столбиков убавка всего таких 6 повторений 2 столбика убавка в конце девятого ряда 18 столбиков и наполняем игрушку наполнителем и переходим на 50 ряд здесь вяжем 4 столбика 1 2 3 4 и после четырех столбиков убавка так вяжем до конца ряда всего будет три таких повторения и в конце 50 ряда 15 столбиков снова наполняем наполнителем и вяжем 51 ряд 3 столбика 1 2 оденем маркер три и после трех столбиков убавка и снова так будем вязать до конца ряда три столбика убавка всего таких три повторения в конце ряда двенадцать столбиков и вот связали еще шею. Показываю 52 и 53 ряды по 12 столбиков. Теперь вяжем 54 ряд. Здесь в каждый столбик провязываем по прибавке. Один, два. так вяжем до конца ряда из одного столбика вывязываем 2 и в конце 54 ряда получится 24 столбика 55 ряд вяжем 3 столбика 1 2 3 и после трех столбиков прибавка так вяжем до конца ряда всего таких 6 повторений 3 столбика прибавка в конце 55 ряда 30 столбиков 56 ряд 4 столбика 1 2 и Три, четыре и после четырех столбиков прибавка. Снова таких шесть повторений. Четыре столбика, прибавка. В конце пятьдесят шестого ряда тридцать шесть столбиков. Пятьдесят седьмой ряд восемь столбиков один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И после восьми столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего у нас.

Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И после восьми столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда всего четыре повторения. В конце шестьдесят седьмого ряда тридцать шесть столбиков. И вот я вставила уже глазки. Глазки на безопасном креплении 9 мм. Они расположены между 62 и 63 рядами. И между глазками 6 столбиков. И теперь вяжем 68 ряд. 4 столбика. 1. 2. Три, четыре, и после четырех столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда всего таких шесть повторений. В конце шестьдесят восьмого ряда тридцать столбиков. Шестьдесят девятый ряд три столбика один, два, три и после трех столбиков убавка снова таких 6 повторений и в конце ряда получится 24 столбика наполняем игрушку наполнителем и переходим на 70 ряд здесь вяжем 2 столбика 1 2 и после двух столбиков убавка. Всего таких 6 повторений в ряду. И в конце 70 ряда 18 столбиков. 71 ряд. 1 столбик. И убавка. Снова таких 6 повторений. В конце 71 ряда 12 столбиков заполняем игрушку и довязываем последний 72 ряд здесь вяжем 6 убавлений подряд и вот ниточку отрезали теперь берем иголку и нам нужно стянуть вот это небольшое отверстие которое осталось на голове здесь захватываем вот только за передние стенки каждого столбика. Проходим так иголкой с ниткой. И затягиваем эту ниточку. В серединку иголку и выводим нитку. И этот хвостик можно уже отрезать. Вот такая основа получилась для русалочки. В следующем видео мы продолжим. Вязать и оформлять нашу русалочку. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.